Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ронин Последний Самурай. В данный момент у меня идет бой с генералом Имагавой Дасан. И в принципе, ребят, я его сейчас ушатаю, поэтому я и начал запись, грубо говоря, не с самого начала, а именно с этого босса. Попробуем все-таки не оплошать. Йо-хо-хо-хоу! Дух мести, генерал Имагава Дасан. Исполненный ненависти дух павшего воина можно получить за первую победу над могучим врагом. Используется для улучшения мастерства. Вот так вот. Да, мне помог старец один, который мне мой меч намазал ядом. То есть я отравлял врагов, и они получали урон постепенный. Так, что у нас тут? Увеличение ловкости, это я не хочу. Так, повышение здоровья не надо. Вот плавные движения, наверное, мы с тобой прокачаем. Опа, 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 опять, да? Опять эти охламоны. Ну тут уже смотри. Воу. Слушай, это тебе не какие-то там уже самураечки. Воу. Тихо, ты будешь вставать тебе сегодня? Друзья, по-моему, меня сейчас тут ушатает. Офигеть, два каких-то вшивых самурая. Так, новый уровень записи. Так, получен самоцветы, анигири на максимуме и ячейка тренировки. Так, вернуться в лобби. Так, это не надо. Поглощенные духом мести... Поглощая дух мести сильных врагов, вы можете перенять их мастерство. Слушай, вот это прикольно. Нажмите, так, чтобы активировать. Тайдзюцу, клыки. Поглотить. Так, усиливает атаку на 50. Слушай, ну это круто. Я могу улучшить себе броню. Тоже неплохо. Ох ты. В начале боя увеличивает скорость атаки на 10,4%. На 5 секунд. Использовать. Конечно же, друзья мои, одеваем все, что можем. Так, у нас есть с тобой тренировка. Конечно же, давай. А, повышает УЗ на 250. Слушай, неплохо. Очень неплохо. Так, а я могу прокачать... Ребят, я раньше брал ошейник, да, а потом вот я взял вот эти вот колокольчики, которые снижают получаемый урон на 19,2%. Десятых процента. Так, я могу улучшить. Я могу улучшить вот это. Что тут у нас? Скорость атаки. Давай улучшать. Угу, еще. Отлично. Еще можно два кольца где-то нам с тобой раздобыть и надеть. Слушай, интересно, откуда я буду сейчас начинать поединок? Давай-ка посмотрим. Сожженное дерево. То есть ты хочешь сказать, что буду с самого начала, да? Воля к жизни. Уклонение. О, да я этих ребят сейчас просто разорву с двух ударов. Тренировки и еще раз, ребята, тренировки. Блин, а вот мне теперь старца этого, наверное, не найти будет, который мне прокачал меч на яд. Вот в чем проблема-то. Окей. Так, прокачка идет. Последний вздох. Давай. Такие они сейчас для меня. Ха, у меня уклонение срабатывает. Кстати, уклонение тоже, ребята, очень хорошая вещь, если прокачивать. Враги могут по тебе просто не попасть. Тут вообще ничего не успел сделать. Что-то там перезаряжаешь мне еще пуколку свою. Так, раскрытый потенциал. Увеличивает максимальный уровень на 2 и получаемый опыт на 60. Блоки сильных атак снижает получать. Так, давай, наверное, потенциал свой. Слушай, а здесь нету. Вот здесь вот тогда был старец. Готов. Ну что? Что у нас там в сундучке?
Да, жалко ничего. Уклонение, вот, ребята. Уклонение — это вещь очень хорошая. Шестой этап. Ну, иди сюда. Даже ничего не успел сделать, чувачок. Так, ну с этим я быстро сейчас разберусь. Тут, ребята, очень много всего зависит еще от скорости. Неплохенько. Только левел зашибаю. Безумный рывок. Давай сделаем. Рывок мы с тобой используем? Используем. Все, готов. Немножко лопухнулся. Не успел подгадать удар. Ёлки-палки. Вот эта прокачка позволяет так воскреснуть. Ну что, давай, рывок. Не успел, да, парень? А кто не успел, тот опоздал. Вот единственное, ребята, никак не могу привыкнуть, вот когда идет красная вот эта надпись у противника, нажимаешь кнопку и наносишь ему урон. Эй, я что-то не понял. Так, отходи. Вот как вот, вот. Ну ты видел, да, сейчас я просто не успел. Друзья мои, я просто не успел. Ага. Тихо, тихо, тихо. Вот как вот, вот как вот здесь вот можно, ребята, сделать, а? Ну вот как вот его атаковать? Я не могу врубиться вот в это. Раз, два. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Вот, видел? Вот, вот сейчас было великолепно. Уклонение меня, конечно, очень сейчас хорошо спасает, ребят. Ах ты. Так, рывок делает. Есть, я его замочу. Еще раз я его завалил. Ха-ха-ха. Так, воля самурая снижает длительность оглушения. Так, блок сильных атак снижается, понятно. План движения. Давай вот это вот, наверное. А сейчас у нас вот эти два самурая, которые меня ушатали в тот раз. Причем на изи. Есть. Ну? Да как так-то? Ух. Прижучил. Двигаемся дальше. Ёлки ты палки. Друзья мои. Ну я могу сделать супер удар, если честно. Попробуем, или я еще не накопил? Не накопил. Ну давай, возродимся. Так уж и быть. Только ради того, чтобы... Руби, 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 руби. Отлично. Так, иди сюда, хлыщ. Сейчас мы с тобой поговорим. Поговорили. Следующий кто? Угу. Так. Ну, готов, паршивец. Так, восстанавливает 60 ОЗ. Ну, с этими-то ладно, я еще, наверное, смогу справиться, я думаю. Ну вот, не могу я привыкнуть к этому удару, хоть ты тут че, что делай. Так, уходим. Вот куда ты бежишь, а? Ну-ка попробуем. Слушай, ну это имба, конечно. Так,
Давай как критовочку, наверное, поднимем. Опа. Сёгун. Ох ты. Слушай, он меня просто пробивает своим ударом, ты прикинь? Я ничего не мог сделать, абсолютно, друзья. Да, тут он меня, конечно, прижучил, я ничего не могу сделать. Так, что вот здесь такое? Увеличивает шанс уклонения. Шанс уклонения, да? А здесь скорость атаки. Даже не знаю. А что тут? Опа, давай-ка тренировочку с тобой замутим. Восстанавливает 63 ОЗ при получении уровня в бою. Да, с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Ну что, давай, наверное, скорость атаки с тобой улучшим. Норм. И все пока, да, получается у нас. Так, священные свитки. Самурай. Вот, значит. Да. Ну что. Так, вражеские атаки так отнимают меньше концентрации. Последний вздох. Вот научиться бы контратаке, и все было бы вообще, ребята, изи. Ну, а самое противное, когда они, конечно, с двух сторон на тебя прут. Вот это, блин. Тут ничего уже не сделаешь. Иди сюда. Готов. Это мы только с тобой первый эпизод проходим. Еще должен быть второй. Так, рывок безумный. Попробуем сразу же. Всегда, видишь, после рывка всегда идет крит. Всегда. И это круто. Окей. Так, здесь, наверное. Руби его. Окей, нормуль. Так, третий уровень. Что мы тут с тобой? Точный удар. Точный удар сделаем. Вот видишь, вот как бы. Вот как вот он иногда делает этот удар, я не понимаю. В какой именно момент нужно нажать, понимаешь? Так, там деньги получили. И какую-то шкатулочку. Шестой этап. Да убери ты эту мышку отсюда. Блокировать удар я понял. Так. По идее, также в этот же момент он и должен атаковать. Так, увеличивает шанс получения. Давай вот это сделаем. ОЗ, сфер. Это то, что нам нужно. Вот сейчас не сработала эта штука, ребят. А концентрацию ему снимать я задолбаюсь просто-напросто. Угу. Распетрушили. Блин, мне бы, знаешь, что не хватает? Мне броню бы какую-нибудь другую. Так, свиток. Давай, наверное, ОЗ повысим. Мне бы вот. Ну, хорош ты, парень. Конечно, скорость здесь тоже очень-очень, друзья мои. Угу. Готов. Паршивец, так, что у нас там? А-а-а. Слушай, ну тут он меня, наверное, бомбанет, скорее всего. Да ты запарил, а? Видел?
Вот как вот это понимать? Ну, есть. Ну, в принципе, первый босс для нас уже, ну, как бы не проблема. То, что вот у нас здоровье мало, увеличивает крит. Так, повышает концентрацию, ваши атаки отнимают. Давай, разящий удар. Вот они, эти два самурая. А, тут пока один. Давай-ка вот с этого начнем. Так. Блин. Мне бы здоровье как-то восстановить, если честно. Блин, вот это еще лучше. Ну вот как. Ну бы хоть вампирик было бы вообще идеально, ребята, для меня, по крайней мере. Я хотел... Ух ты, колечко, ребята. Так, анигири на максимуме. Получены самоцветы. А, я уровень новый, да? И кольцо у меня какое-то. На ОЗ-шку. Друзья мои, на ОЗ-шечку. Хм. Так, можем поднять уровень, да? Ваши парирования отнимают больше концентрации. Так, использовать. Получаемый урон. Давай-ка улучшим. Угу. Что, здесь можем улучшить? Хорошо, так и сделаем. Увеличивает шанс уклонения. Вот это мы можем с тобой, например, разобрать. Окей. Можем также разобрать вот это вот. Улучшить. Скорость атаки, да, скорее всего, мне лучше скорость атаки прокачивать. Ну что, друзья мои, давайте еще. Блин, почему мне не дают никакого нового меча? Скажите мне на милость. Я хочу новый себе меч. Так, увеличение силы. Снижение позволяет, вот. Тут понятно, ребят, тут лучше сразу брать воскрешалку. Потому что, ну, это как бы дополнительный шанс. Ну что ты там прикрылся? И то наваляли маленько мне, видишь, урона. Потом вот фиг знает, может быть, на Узеху прокачаться нам. Тоже было бы неплохо, в принципе-то. Разобрал. Так, второй уровень. Что у нас тут? Плавные движения. Да, вот, наверное, блоки сильных атак. Потому что те самураи, они именно, ребята, блоки пробивает мне своими сильными атаками. Да и босс тоже, в конце концов, тоже, если пробивает этим сильным своим ударом, мало мне не покажется. Поехали. Ах ты, гаденыш. Просто как сосунков рубашку. Так, ошеломление. Уклонение на 10%. Слушай, вот это хорошо. Блин, а тут крит на 45%. Я думаю, что лучше крит, конечно же. Ну, тут зарубил, понятно. Так, что в этой повозке? Вот здесь, кстати, вместо сундучка был старец. В свое время он мне смазал меч ядом, и я вообще там дамажил, будь здоров. Точнее, дамажил-то я так себе. Но... яд наносил урон дополнительно, и это очень круто, ребят, было. Так, еще уровень. Воля самурая. Так, увеличивает силу атаки на 15%. Давай вот эту, чтобы концентрацию у меня меньше отнимали. Видишь, вот это вот красный, как, ну это усиленный удар, когда он делает. Вот в какой именно момент? По-моему, по обучалке нас с тобой, да, тренировали в плане этого дела. Когда нужно именно там нажать. Тут даже вражина ничего не успел сделать. Обожаю, когда мы так кромсаем всех налево и направо.
Так, пятый уровень. Ваши атаки отнимают на 30% больше концентрации. Хотелось бы, конечно, УЗ прокачать, ребят. Тут, понятное дело. Засранец, а? Пробил все-таки мне немножко душу, так скажем. О, уже босс? Вот сейчас я, ребят, не успел. Грубо говоря, лопухнулся. Так. Надо же, я ему, друзья мои, концентрацию сбил. Сейчас завалит меня, да? Скорее всего, да, ребята. Блин, ну у меня есть воскрешалка. Используем. Ну все, ему в любом случае крышка. Почему ты раньше так не сделал, а? Заставил меня просто потратить воскрешалочку. Шестой уровень. Так, увеличивает крит урон, увеличивает атаку и увеличивает уклонение. Ребят, не знаю, я начну с уклоняшки. Попробуем. Понял я, короче, они... Ребята. Просто вот как вот так вот делает удар, я не знаю. В какой именно момент нужно подлавливать? Ну, выглядит это, конечно, эпично. Тут ничего не скажешь. Так, первый пошел. Это вот ненавижу я. Так, тихо, родной. Нифига его там пронзил. Давай, Ронин, родной мой. Есть контакт. Левел получили? Нет, не получили. Блин, соответственно. Так, дай-ка я лучше вот с этим займусь. Очень сильно пробил. Да вы, конечно, вдвоем, блин. Офигеть, ребят. Ох, возродиться. Ну, давай, возродимся. За 30 фишечек, да? Блин, я никак не могу. Йо! Хорошо, вот сейчас ему досталось. Левел ап. Так, восстанавливает 60% УЗ. Ну, погнали. Только бы этот... Ну вот, ребят. Да они меня сейчас завалят, ребят. Твою же, блин, дивизию. Ну, ё-моё, ну... Ну, как так-то, а? Кромсают просто по жесткачу. Что у нас тут? Давай, конечно, конечно, давай. Так, повышает концентрацию на 220. А что такое концентрация? Вот что мне непонятно пока. Ух ты, достижение. Получить. Так, дорога к мести. 8 глав, ребята, здесь 8. Я до сих пор на первый пляшу. Нет, а что ты смеешься? На первый смешу. Ты сам прекрасно видишь, что тут вообще не до шуток, ребят. Так, мы можем с тобой сделать, изготовить что-либо. Новые параметры будут гарантированно иметь хорошего качества или лучше. Изготовить. Увеличение шанс крита удара первой атаки. Ага. Слушай, а у нас где-то еще ведь по броне есть, да, насколько я помню? Или по броне нету? Вот это вот пробуждение, это что? Нет снаряжения для пробуждения. То есть как бы тоже должен быть, да, у нас с тобой? Снаряжение вот это вот.
Да, должно быть. Свитков нету. Блин, плавные движения. Так, увеличение уклонения. Вот тут последний вздох. Так, по мере атаки становится сильнее. Ну, это понятно. Тут надо до идеала, ребята, все это сделать. Знаете, чтобы там уже просто ты видишь уже взмах, ты уже нажимаешь кнопку. Знаешь, как действительно вот эта вот реакция ронинов. И вот, кстати, вот эти вот копейщики тоже дуркуют не по-детски. Иди сюда. Так, прекрасно. Второй уровень. Уклонение. Так, блоки сильных атак. Вот именно что сильных атак. Нужно, ребята, этого избежать. Так, иди сюда, хлыщ. Просто в мясо. Так, ну с этим разберемся. Ну и что ты там, стрелок? Двух ударов было достаточно. Плавное движение. Вражеские атаки отнимают на 50% меньше концентрации. Так, УЗ на 30%, увеличение. Крит урон на 40%. Крит урон, представляешь, на 45%, ребят. Ну это же... Он даже ничего не успел сделать. Хотел там что-то замахнуться, но его просто быстрее расфигачил. Так, двигаемся дальше. Вот до первого босса мы с тобой вообще проходим на изи. Эффект снят. Какой эффект был? Не знаю, какой-то эффект снят. А, первый удар наносит больше урона, точно. Увеличивает уклонение. Давай, будем с тобой сейчас супер уклоняшки. Так. Вот как я это делаю? В какой момент, блин? Просто ты сам видишь, какой он пробивной удар делает, когда. А вот это вот, когда на тебе со спины нападает, тут, конечно, извини, ребят, я не знаю, как можно уклоняться. Тебе нужно и переднего бить, еще и сзади. Так, крит урон еще на 45%. Ну нифига себе. Так это я сейчас с кем буду? Скорость так и увеличена. Фу, мясо просто. Вот как вот это вот? Я вот сейчас нажимал, и у меня, ребята, ничего не получилось. Опять нажимал. Не знаю, как это выходит все. Довольно слов. Действительно, довольно слов. Тихо. Кошечка, ты бы... Эй, Ронин, давай, 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 давай. Оу. Ну, оглушил. Раз, два, три, и добивной. Все, ребята. Прекрасно все вышло, прекрасно, мне нравится. Так, уклонение. Давай УЗ восстановим. Ну что, поехали. Я офигею, вот. Но. Да как ты, блин, гад, меня вырубил? Трындец. Ага. Хух. Так а фигли мне это дало? Мне это ничего не дало. Сейчас меня тут... Вот тут меня ушатают. Ой. Я же могу воскреситься, да, я могу воскреситься, ребят. Почему-то против этих ребят уклоняшка не особо срабатывает, если честно. И мои супер... Ох, вот как я это сделал? Ну... Угу. Фух.
Ну это люто на самом деле, ребят, это очень люто. Может, хорош уже, а? Готов. Поехали. Есть контакт. Уровень. Так, что у нас тут? Давай вот это. Воля к жизни. Она мне просто необходима. Так, вот здесь мы с тобой, по-моему, в прошлый раз, да, остановились? Я получил одну сферку. Ага. Не нравится? Ублюдок ты несчастный. Ох ты. Вот этот меня в тот раз. Слушай, а ты не прихренел ли? Ё. Возродиться, да, 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 да. Возродиться, возродиться. Я этого хмыря должен у ребята вырубить. Опа. Смотри, что у меня накопилось. Погнали. Ну че ты, хламонище, блин, несчастное. Получил свое. Что ты мне, девчуля? Так, талисман урагана. Увеличивает скорость атаки на 1%, когда вы побеждаете всех врагов на поле боя. Увеличивает скорость атаки на 8% до 3 раз, когда вы побеждаете всех врагов. О, давай вот это. Че, не получив урона? Блин. Не получив урона, не дочитал, ребят. Да ё-моё, я все время забываю, что... Не надо мне вот этого. Да отвали ты, блин. Так, ага. Ё-моё, совсем забыл. Ай, давай вставай. На 400 с лишним врезал. Да как так-то, ребята, ну... Новый уровень. На 4, на 500 просто взвизданул в лицо. Ребят, ну это что-то с чем-то. Ты уж извини меня. Прокачаем, ну давай. Соточка, атака соточка, прикинь. Так, броня. Он, прикинь, он ударил у меня настолько, насколько у меня брони даже нету. Мастерство. Так, усиливает атаку. А, на 250. А что нужно? Нам нужно с тобой души, да? Только после этого мы можем прокачивать все это. Ну что, друзья мои, давайте мы тогда с вами на этой ноте закончим эту серию. Надеюсь, она вам понравилась, как и мне. Сложно, спору нет. Но что поделаешь. Будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!